портрет прекрасной женщины, но со временем ее лицо растворится среди других, не менее прекрасных лиц. Можете написать пестрый букет, но он будет неотличим от бесчисленных цветочных натюрмортов. Следуйте за мной. Белое на белом навсегда останется в вашей памяти. Создали 17 оригинальных работ, то есть это ведущие, которые перевоплотились в образы со знаменитых картин. Для чего мы это сделали? Чтобы посмотреть по-новому на идею благотворительности. Сделать творческий проект, ведь телевидение не должно напрямую собирать деньги. Мы не благотворительный фонд, но мы можем посредством творчества и просветительской акции призвать людей помочь начинающим художникам. Мы так вот закольцевали по смыслу эту акцию, то есть творческие люди помогают творческим детям. Подобные проекты существовали и ранее в России и за рубежом. Так, например, Екатерина Рождественская делала серию фоторепродукций с участием звезд. Однако проект ТВ-галереи отличается от всех предыдущих непрямыми цитатами шедевров мировой живописи. Стилисты, фотографы, гримеры переосмыслили многие работы. Картина, она как бы на тему, что человек, он состоит из того, что употребляет пищу. Вот. Кроме всего прочего, есть такое что-то фламандское в этом, богатое, насыщенное. Вот. А раз человек есть то, что он употребляет в пищу, значит, человек, в принципе, является тем, что он транслирует в мир. Да? Вот сейчас один из таких моментов – это такой вот информационный бум в плане селфи. Все фоторепродукции проданы на выставке-аукционе. Она прошла в культурном центре «Пионер», потому что формат больших экранов позволил погрузить зрителей в атмосферу творчества. Над проектом трудились около 100 человек абсолютно бесплатно во имя общей цели – помочь школе искусств из села Святославка. Некоторые дети вынуждены рисовать пальцами, потому что нет денег на кисти и даже самую дешевую гуашь. Возможности нету всем купить краски. Двоим купили еле-еле. Их тоже нам даже наш директор помог купить. Пенсионер, но все равно стараюсь. Потом еще стараюсь подрабатывать. За бабушками ухожу как соцработник. Вся ответственность по воспитанию, она, по сути дела, лежит на мне. 5000 рублей. 3. Продано. Собранную сумму журналисты в художественном салоне закупают все необходимое для юных художников из села Святославка Самойлского района. Вот сейчас мы бумагу для рисования, занятия пастелью, а также вот здесь вот масляные краски, которые мы тоже сейчас купим. В общем, все необходимые материалы для занятия живописью. И то, чего дети из села Святославка Самойлского района раньше были лишены. И, наконец, долгожданный момент не только для юных художников, но и всех участников проекта. Едем вручать подарки. А мне вообще все кисточки нравятся, они все большие. Девочки мои, какое чудо! А на конкурсе удивляются. Это все нам, еда, вам, ваши краски, ваши кисти. Теперь ваши возможности возрастут намного. У нас был большой дефицит этого всего. Мы только на прям
масштабные конкурсы это все тратили. Да еще первоначально мы приезжали, вы знаете, сколько детей потом пришли в нашу школу и сказали, а что, правда журналисты помогли нашей школе и художникам нашим маленьким самым привезли краски? Я говорю, ну правда, открыли шкаф, показали. Вот это да, а можно мы тоже придем? Мы тоже хотим рисовать и тоже хотим стать художницами. Как распорядиться оставшиеся суммы, журналисты решили посоветоваться с руководством школы искусств. Мы сейчас прошли, мы видим, что в ужасном состоянии крыльцо, обваливаются стены, нет нормальной мебели, то есть они рисуют на каких-то маленьких там детсадовских стульчиках и партах. Нет освещения нормального для художников, для того, чтобы рисовать в разное время суток. Поэтому сейчас напишем список того, что необходимо еще докупить, и буквально там завтра, послезавтра займемся. В итоге приобрели то, о чем просили в школе искусств. Это парты и стулья, которые регулируются под рост юных художников, музыкальные инструменты, необходимые для занятия живописью предметы, а также оплатили установку пластиковых окон. Подарки получили не только дети из школ искусств, но и спонсоры проекта ТВ-галерея. Помимо проданных картин, тем, кто поддержал акцию в интернете на краудфандинговой платформе Планета.ру, в подарок напечатаны открытки и календари с фоторепродукциями. Изначально проект ставил задачу собрать 200 тысяч рублей. Двойной успех акции обеспечил креативный подход и масштабное продвижение. Тысячи просмотров, сотни лайков и репостов, интерес к фэшн-изданию и публикация одной из фоторабот в итальянском Vogue. Ролики, сюжеты и программы в эфире телеканала, радиостанции, публикации в популярных информагентствах. Все это обеспечило проекту ТВ-галереи успех еще до выставки аукциона. Первая работа была продана за 30 тысяч рублей на презентации проекта. Дети также смогли продать свои первые картины на благотворительной выставке-аукционе. Несколько лотов были посвящены творчеству юных художников из села Святославка. Вместе с детьми на выставку приехал и их педагог, который на свои деньги покупает им кисти и краски. Две работы продали по 10 тысяч рублей. Это же сказочная и космическая цена. И ребенок просто не поверит. Не поверить, что это действительно оценили люди, думающие о них. Красок, кистей и других принадлежностей детям из села Святославка хватит на несколько лет. В любом творчестве важно сказать новое слово, и оно сказано. Но что также важно, новое слово сказано и в идее благотворительности. Эта творческая акция показала, насколько людям не хватает возможности объединиться, чтобы сделать какое-то доброе дело, но с позитивными эмоциями. Ведь благотворительность очень часто у нас ассоциируется с болью и смертью. И мы этой акцией показали, что благотворительность – это еще и возможность объединиться, чтобы помочь детям стать более счастливыми, более успешными, здоровым детям, которые очень нуждаются и которые нуждаются именно в нашей поддержке. Поймите меня правильно, нужна и такая форма благотворительности, но и другая. И вот наш проект показал, насколько людям важно объединиться, именно чтобы сделать доброе дело, но в таком творческом, позитивном ключе.